Сейчас им запись пойдет. Так. Всем привет, уважаемые подписчики, зрители наших каналов. С вами 8-бит плюс, веселая компания, которая играет в настольные виртуальные ролевые игры, в частности, по системе D&D. Мы играем в фэнтезийном мире, где выполняем задания, боевки показываем вам, выживаем, улучшаем своих персонажей и так далее. Сейчас ребята поздороваются, мы продолжим уже дальше двигаться по сюжетной линии. Денис Акантович. Всем привет. Денис. Здорово, Денис. Да, действительно, доброе время суток, многоуважаемые зрители. У нас так все закрутилось. Багбиру нашему надо было всего лишь сказать, что за задание выполняем. Ну, он сделал все намного просто, ё-моё. Его убили, а мы его оживлять не хотим. Марат. Всем привет. Опять говорю. Вы не хотите, не оживляйте, ё-моё. Я восстану вам, это еще припомню. Ага, этот Рома. Всем привет. Артур. Всем привет. Ну все, Дениска, давай. Так. Вы видите, как... В общем... Вот этот вот лучник пока стоит с вами. Вот этого вы пока не видите. Так, и Багбир у вас встает. Встает. Ага, как зомби. А, то есть такой... Да, такой начинает вставать. Так, а лучник тоже с нами биться будет? Он 20-го левела? Да. Круто. А это всего 3-го Багбир. Угу. И тебя первого убьют. А вот мы еще должны кинуть, кто первый ходит. Так что все нормально, ты за эту тему не вникай. Так, ну что? Что, D20 кидаем, ребят? Или что? Да. Или он встал, да, и мы видим, и такой, о, так, я говорю, говорю, слушай, старейшина, а зачем ему? Смотри, он Багбир у нас живой, все нормально, все хорошо. Почему? Не понимаете, что это оружие, подобное заклинанию Оргуса, который... То есть? Кого он убивает, он встает под его... Ой, под его этим руководством. Ё-моё, я говорю, так это же прискорбно, говорю, совсем. То есть нам надо сейчас его завалить. Естественно. Я говорю, как плохо, что нам придется завалить своего же. Как вы думаете, ребята, что вы думаете по этому поводу? Я думаю, может быть, как-то убежать можно. Не, надо бить его. Лучше, говорю, как ты, если что, с нами, валить его будем? Конечно. С удовольствием такой. Ребята, я что-то отвалился, да? Не-не-не, а ты до этого отвалился. Ну все, давайте теперь кидаем, получается, у нас боевая этот, как его, ситуация. Кидаем. Кидаем D20. Давай, Артур, кидай. Ну. А что, 14. Понял, а что, это Денис кинул. Потому что я за Багбира буду играть. То есть я 9. Так, а подожди, а почему без 12 плюс 2, я не понял? У него инициатива плюс 2. Почему это? За ловкость. А, за ловкость? Даже плюс 3 у него. Так, давай. Хорошо. Смотри, Ю кинул, у него плюс 2, у него 15 идет. Этот, как вы когда кидаете, просто кидайте и прибавляйте 2, потому что от меня вам идет этот, как его. Ну, вы, наверное, прокинули первый, не ходите. Давай. Ну, тут вообще просто, как бы... Багбир плачет просто, я не знаю. Артур тебя там до сих пор заклинания читает и спрашивает постоянно. Так ты будешь говорить? И режет его. Шинкует. Говорил я ему, что какой-то непонятный бог послал нас убить непонятно кого. Вот так вот, завуалированно ответил. У него понимания интеллекта хватает, что ты... Не договариваешь. И он тебя добивает, ну. Он тебя добивает. Да нет, подожди, Аканович, я серьезно не помню, что было в первой серии. Нет, ну это косяк-то. Поэтому я и молчу. Да подождите 2 секунды, я кое-кому люлей сейчас надаю. А ну-ка иди сюда! О, ну чё, у нас боевка, вы первые ходите. Ну, Марат, не Марат, а... Ну, Багбир немножко усиленный будет. Уровни так... То есть усиленный. Ну, уровни на 6, просто плюс 3 к атаке прибавим. Плюс 3 к атаке? Ща. Угу. А, и к атаке, и к урону, да?
Ага. Ну он же нежить. Да. Но я как-то и не думал. И плюс 3 к урону, да? И плюс подожди, к урону. А у клейка у нашего есть против нежити? Да, есть, есть. Все, а у паладина? Вопрос. У паладина, вот паладин так. Здесь не до паладин. Угу. У клирика там 2D, вроде что-то там, 2D восьмых. Плюс 6 должно быть. Ушел? И бьют они против, ну как... Обычный твой священное пламя, Женя. Такие же плюсы. Это... Просто на урон будет 2d8 плюс 6. А, поймаем кота. То есть против кота. Кого? Сварил бульон. Сварил бульон из кота. Не поймал. Он под диван забежал. Поймаю. Бактер немножко там усиленный. Это у него плюс... Сколько? Плюс 3 к урону и... У него где-то 70 жизней будет теперь. Ого, все, когда с нами он был, он нифига не усиленный. Ну и еще это очарованное вот это у него. На попадание. Ну хорошо, все, давай, поехали. Нет, там, помнишь, элементаль же сидит у него в луке. Нет, тут у меня в луке сидит. В луке сидит. А, подожди. Еще у него элементаль сидит. А, элементаль у лучника сидит. Подожди, Аканыч, секунду, внимание. А отцы у меня как было, так и осталось 20-е? Ну, давай АЦ плюс 2 сделаем. Все, у меня 22-я, Саша. Угу. Всё. Еще и зачарованный, да? Давайте, бейте. Да у вас тут лучник, вон, 19 уровня просто. Там, нашинкует из лука в него. Будет у нас вместо Багбера ежик. Я не согласен, ну давай, кто первый, хай ходить. Так они первые ходят. Сейчас Денис придет. Денис, я победил. Только тебя ну, ждем. Вот Багбир. Простите меня, пожалуйста. Багбир, ты хотел боевки, ты ее получил. Да она. Как там Багбир кричал? Я тебе сейчас ударю, ударь, давай. Ну. Все, давай, поехали. Мы первые ходим, да? Угу. Так, стоять, хорошо. Так, получается, давай, Палыч, ты первый ходи. Потом лучник. Так, раз, два, три. А, нет, нет, нет. Давай, кто как? Ребят, решаем. Сейчас, секунду. У меня все приколюхи восстановились после этого. Да, все приколюхи восстановились. Надо его долбать. И щиты, и личинки. Да, подожди, а я делики использовать могу? Да. А сейчас будет Артур биться за себя, да? Да, пускай побьется. Пускай побьется. Жесть. Давайте, ребята, надо его завалить, короче. Давай. Вот. Так, кто первый ходит, ребят? Ты. Ну, думаю, я. Давай, ходи. Сейчас, пожалуйста. Сколько у меня ходов? 5 же вроде бы у него, 5, или 6? 5. У тебя как раз 4, вот ты сейчас на 4 так перенесешь. Раз, два, три, четыре, пять. Ты его можешь только вот сюда вот, ой. О. Только вот сюда вот можешь. Да не, как нет, так, смотри, раз. Раз, два, три, четыре, пять. Только вот сюда. Нет, Денис, так ты считай прям стрелочку вот так вот наводи. На кровати будет по две клетки. Ходит на кровати по две клетки? Вот сюда получается. Угу. То есть два хода надо потратить по кровати. Ну, имеется в виду, когда заходишь на кровать. А, ну все понятно. Все хорошо, походил. Дальше поехали. Лучник. Так. Ну давай. Перемещайся. Давай, перемещайся. Ну там это... И призалезай ему, и бей его. Там, да. Вот ты весь ход тратишь, короче. Вот. Как, все, да все как раз... Нет, я все передвижение трачу. У меня да, 6... Все... Так ты через тумбочку. Там же большая тумбочка. А, то что тумбочка еще. Вон она что там. 3, тумбочки 4, для кого? 5. Для великанов тут что ли? Или что-нибудь? Просто пипец такие. А лучше всего надо было обойти, отойти, наверное. Пускай бы он первый походил бы до нас ему. А мы бы потом к нему бы обошли. Ну. Аканыч, а могу я откатить сейчас, обойти тумбочку просто? Да. У тебя же дальняя атака-то есть. Давай, раз. Да, я вот сюда хочу обойти. Только у тебя плюс 10 на клинки твои, ну, и плюс 8 на лук. Так, у меня вот так. Даже не плюс 8, плюс 7 на лук. Вот давай, ходи, бей. Беру. Бей, пытайся.
Ой, ну да, с такими ударами, да, конечно, у нас, ну, да. Не плюс 10, а плюс 7 у тебя на лук. Почему плюс 7? Плюс 7 у тебя. Почему плюс 7? На атаку же. Потому что он от ловкости стреляет, а не клинками бьет. А клинками плюс 10 идет. Ну, не попал, короче. Не первым, не вторым. Да подожди, стой, подожди. У него какая АЦ у Артура? 22. 22? Не, подожди, вторым-то я попал. Второй попал. Угу. Подожди, попал. У него не плюс. У него не плюс 10, плюс 7. Плюс 7, ну, минус 3. Как раз попадает 22. Все нормально. Не хочет умирать даже зомби. Давай, впендюривай ему на. Че, Акандыч, у меня же 2 d6, да, по-моему? Один выстрел. Да. Только теперь... не плюс, 2d6 не плюс 8, а плюс 10. Подожди, а, еще мои... Подожди, ты свои посчитай и еще моих 4 накинь. Итого 19. Снял. Вот. 19. Просто. Артур, ты там... 70 минус... 70 минус 19. 75 минус 19. А, 75 минус 19. Давай, 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 Артуха, давай. Давай, на. Дичи. А, да, этот, а, все, походил. Так, давай, маг. Жрец, в смысле? Да, жрец, 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 все время путаю. Слушай, а сколько у меня сейчас хп стало? У меня же сейчас... А у нас, кстати, мы же третий уровень, мы же поднялись все. Хиты увеличились. А в какое количество? Думаю, нам надо было между перерывом решить эту тему. Пипец. Вообще жесть. Вот тут боевка такая. Вот сколько так, там, а у него увеличилось, а у нас нет. Давай на старые тогда воевать будем, ему, так нечестно. Нет. Ну там максимум, минимум плюс 5, максимум плюс это. У паладина там увеличилось. Ходите вы уже. Ага, давай, ходи. Почему у него 75? Нежить. Нежить, потому что все хорошо, так, не вопрос. Священное пламя бью, и там урон будет для нежити специальный, да? Да. Давай. Священное пламя пошло. Плюс... Не 10. Попал. Или попал. А сколько у него там, чего там? Есть? А, у него сколько? Да. Не, у него выше реакция. Да, реакция выше. У него 13-я, попал. Попал. А, но попал? У меня не увеличилось? Нет. Нет. Так, а урон на нежить 2d8 плюс 6? Плюс 5. А, плюс 2d8 5? Плюс 5 и плюс 4 еще. Ну, я потом буду добавлять, и это, потому что вы забудете. А, сейчас я тогда исправлю, подождите. Секунду, ребят. Так. Давай, ты делай свой урон, а я буду говорить плюс сколько. Плюс 5. Давай. Сейчас, 2d8 плюс 5. Ага. Что у нас получается? Плюс 4, 12 урону нанес. А, 4 от меня. Угу. 12, Артур, спеши 12. 44 урона, ой, 44 жизни осталось. 44 жизни осталось. Так, теперь хожу. А теперь дедок тот ходит. С луком который. Угу. Ой. Давай. Он больно бить будет. Давай, давай, да давай, давай. Не полное это. Так, как почему. Ну, давай. Ой. Что ты сделал? Так, сколько у нас? 22 против брони и. 15, второй не попал еще до кучи. Он обои не попал. Нет, одним-то попал, 23. Одним попал, вроде. Нифига себе, у него 13, дима. Ну-ка, что там, давай. Так, давай. Дай 10. 28 урона. 28 плюс 4, 32 урона. Подожди, а как он попал? 13-8 вроде бы... А, все. Все нормально. Бэм, сколько там прошло? Сколько осталось у тебя? 12. 12 у него осталось? Он бладит. Он плачет. Да. Артур, ты не плачешь там? Нормально все? Нет, нормально. Голова не болит, не? Голова не болит, но... Ну что, я такой со своей стороны думаю, ну надо же что-то делать. И говорю, братюн, я лучник этому его. Бей! Не наш лучник, а вот этот, который. А, блин. Не наш лучник. Я уже просто нажал, и оно долго думал еще. Нет, ты назад отойди. А я не могу. Я не знаю, зачем я двигался. Я не двигался. Я не знаю, этот, Денис, бей за NPC лучника. Давай. А чё одна атака всего? Потому что он одной атакой атакует.
А до этого стреляет. Два кубика кидал. А до этого два кубика. У него артефакт такой. А, понял. Сделайте так, все нормально, ему. Смотри, он пробил его. Ага. Он его пробил, и дамаг. 26. Плюс 4, 30. Жизнь! Я говорю, как всех плохо. Убью, я всех победю. Ну, победю, убью меня. Артур, ты не обиделся? Да нет. Он дважды умер. Да, мало того, что его запытали там. А нужно было просто сказать ему, зачем мы сюда пришли, ё-моё, ребят. Да я реально забыл, зачем мы сюда пришли. Я не помню, что было. На интеллект вспомнить. Реально, это жесть, братюнь, ну как так-то, а? Ребятки, ну Артур, ты понял, что вот когда играешь Багбиром, надо быть осторожным, братюнь? Дамаг-то у тебя высокий, но ты все время промазываешь и нарываешься на своих сотоварищей. Ты понял, братюнь? Да. Так, короче. Вот. Я поворачиваюсь к бойцам, говорю, да, ребята, теперь нас стало меньше на одного человека, четверо ему, я говорю. Ну ничего страшного. Я говорю, я потом поворачиваюсь к этому типу, говорю, а что там по поводу 10 тысяч поинтов, которые ты нам предлагал? Не поинтов, а иди, как его, денег? А кому ты спрашиваешь? Ну, вот у этого золота. Типа, ну, а, ну, и тут заходит тип, да? Да. Такой, но. Ну вот, который, этот ставленник. Он, короче, что-то делает так, магически. Я такой сразу раз ухожу просто и в тумбочку залезаю. Давай, и чё? Осматривается тут. Вот этот лучник отходит сюда. Я такой к лучнику вообще, я такой раз, думаю, нифига себе, что это за фигня такая. Убежал. Подошёл. Такой раз просто, но. И добивает этого Багбира. Ой, как плохо, что его добили-то. Да я и так мёртвый, ё-моё. Просто он еще раз воткнул в тебя шпагу свою, короче. Взяли его. И 10 раз провернул-то. Не знаю, ну-ка. Издеваются над трупом. А что ты кинул, я что-то не понял. У него плюс 30 на атаку. Ой-ой-ой, я хочу плюс 30 на атаку себе. Да я и так умёк, что он делает, ёба. Он добил его, короче, даже урон не буду. Он сквозь, он такой взял меч и сквозь кровать его так. Короче, серебряным каким-то светом озарился вот этот его. Ага. Топор. Он убил, проламывает кровать. Этот такой лучник. Кровать еще дубовую покупать. И что-то заклинание какое-то прочитал и упал. Вот это тело упало, да? Ага. Ну, единственное, на кубике там. Бум, кровать такая. Это мое место было. И для того, чтобы как бы не было такого, что типа он промахнулся, да, он такой, ну уже как бы этот какой-то великий боец такой, лег такой, ну я говорю, поспил. Да. Чтобы не этот как бы. Ну все такое. Этот лучник, может мы пойдем отсюда? Я говорю, очень пойдем отсюда. И просто, знаешь, такие, я говорю, ребята, у меня там еще эльфийка есть, давайте ко мне, пацаны, там, пойдем, поехали. Я говорю, вот это уже более интересный вариант. Более интересный, да. Бегаю, бочком. Давайте, да, гуськом. Куда уже, чем Багбир? Так, Багбир, он волосатый, фу-фу-фу, ему. Он себе задницу нюхает. Так, ладно, все, поехали, вы пришли, мы подходим к эльфийке, Денис. А этот встает с этого, с кровати и уходит. А мне пофигу, куда он пойдет, я боюсь его. Давайте, ребятки, к эльфийке подходим, и я говорю, слышишь? Вас не Эрика зовут, случайно. Я говорю, вас не Эрика зовут, у вам Румарука не является там кто-нибудь в родне, там, я не знаю. Денис, ты будешь ее прозвонить на уровень там? Ну, конечно, обязательно. Короче, 6-й уровень. Ага, так ее можно бить. Ну и чё? То есть я прозвонил, говорю, ну и чё, говорю, с какой целью вообще вы меня связали? Ну, говорят, что... Есть темная партия, такая же, как и вы. Так. А слухи прошли, что кто-то из партии убила элементалей, которые являются вроде как бы воюют против темного короля. Так погодите, стоп, я что-то не понял. Говорю, мы пошли со своей стороны, Мара, ты потерялся. Мы пошли сперва в этот, как в элементали земли, нам сказали, идите в элементали огня. Мы пришли туда, на нас напали. Мы кое-как отбили, чтобы бежать. Потом какая-то темная армия туда пришла. И в итоге куда-то они пошли.
так вот, ну и чё? Так, в общем, это заклинание показало, что вы являетесь доброй партией. Ну, мы добрые. А чё дальше-то? А вы, я говорю, делайте со мной что хотите. Да мы не будем пределах. С тобой ничего... Ты нам не интересно, говорю. Мы, говорю, мы недавно Багбира потеряли, говорю. Пойдёшь с нами воевать? Да, чтобы оплатить за свою ошибку. Ну, всё хорошо. Говорю, а что умеешь делать? Готовить борщ. Контролить противников. Таким образом. Дамаг. Ты будешь с ними заигрывать, что ли? Делайте со мной что хотите. Замораживать. Замораживать можешь? А чем ты их замораживаешь? Холодом. Обонянием. Обонянием? Холодом. Обонянием. Обонянием. Замораживаем. Я говорю, ну хорошо, договорились. Говорю, ребята, возьмем девчонку в нашу группу. И она сразу становится третьим левелом под нас, правильно? Нет, она шестым так и остается. Просто вместо того, чтобы платить деньги, ей она будет бесплатно за вас убивать. На опыт будет распределяться и на нее потом. Я так понял, никто не огорчился тому, что я уже умер. Да кому же тебе замену еще, все нормально. У всей команды рады, что вот девушка, которая все что хочешь, можно делать, появилась. Не, ну согласись, что девушка куда лучше, чем волосатый. Волосатое чудище. Не, ну да, тем более это волосатая. Девушка говорит, делайте со мной, что хотите в разумных этих, говорят, как бы. А Багбир все время, я тебя ударю. Я тебе удалю. Не, ну согласись, Артур. Вот тебе без кем было приятно. Че ты меня это самое, тогда, в предыдущей серии гнобил им? Тот, никто тебя не гнобил, ничего не было ему. Пересмотри все сессии предыдущие. И че там... А че сразу я? Че ты на меня наезжаешь? Ничего не было такого. Он, лучник, Рома, Ром, он на нас наезжал, согласись, брат. Было дело. Было дело. Да. Я специально все 6 сессий предыдущих пересмотрел. Ты наезжал на нас, ты говорил на меня. Я говорю, пацаны, когда этот вышел, этот, как его, этот, великан, который этот, как его... Элементаль. Он с тобой поговорить хотел. Я говорю, текаем оттуда, текаем. А ты говоришь, не текаем, я биться пойду. Я тебе говорю, ну как командир, говорю, давай-ка, ну-ка, быстро ему. А ты мне что? Я тебя спасаю, ты мне же, я тебя сейчас ударю. Где логика? Кто тебя там... Никто на тебя не наезжал. Я тебя ударю. Я не говорил, что я тебя ударю. Ты говорил мне, что я тебя сейчас ударю. Нет. Да. Рома, было такое? Рома такой, я как дурачок, то есть, киваю. Да, было. Не-не-не, реально. Пересмотри, Артур, я тебе серьезно говорю. Там была такая тема, когда мы этот... Пересмотри ему. А то ишь такой прям великий воин. Теперь я спасаю всю партию ему, чтобы никто не помер ему. А он еще говорит, я тебя ударю. Подожди, от кого ты спасал? Элементарий, который поговорить хотел. А ты знал, что он поговорить хотел? Я догадывался. Догадывался. Раз ты догадывался, зачем же ты с ним биться-то хотел? Ну? Рефлексы сработали. Да, и при этом вот сейчас вот ты тоже, с тобой просто хотели поговорить, а в итоге тебя убили. Не мы, а вот этот тип, который был до этого. Я реально не знал, что было в его сессии, кто зачем нас послал. Ври тогда ему. Так у него же интеллект прокачанный. А дело не в этом. Так, скажи, дяденька, прости меня, глупый я, волосатая собака я Багбир, я глупый, я не знаю, не, он дурак я. Подходит с топором, а тот молчит такой, тот еще, а тот молчит тот. Ну че, ладно, че. Не, Артур, тут это твой косяк, согласись, братюнь. То есть здесь высокоуровневые монстры, с которыми лучше это, здороваться. Так что, Артуха, ты по сути тут сам виноват. Ты на всю команду нарывался, ё-моё. Да. Помимо этого, тут сам как виноват то, что тебя убили, ё-моё. Потом ты еще нежитью стал. Все, это твои проблемы. А при том, Женя еще такой... Женя. Ну, этот, он спрашивает, ну что, расскажете? Женя такой дипломатик, 19. Да, расскажу, и тут просто уходит. Это не те дроиды. Это не те дроиды, уходи. Типа такой, ладно, все понятно. Ну что, получается, мы ее берем. Не, ну ребята, берем ее с собой или как? 6-й левел, это пипец, она будет воровать у нас этот. Но без нее будет, наверное, тяжеловато биться. Или что, или как? Как на что она бьет, Денис? Или ты ее не собирал? Собирал, у меня все открыто. Она бьет против реакции. А, интеллектом. Бьет. Да, интеллект у нее 20-й.
получается по плюс 5, плюс 9. У него плюс 9 против реакции. А кто за нее играть будет? Я предложил. Ну и так-то обычно за NPC-шников играю, я мастер. Да ты и так там у тебя там, ты за этих. Давайте я предлагаю, ребята, сейчас ее пока оставим здесь, пойдем повоюем с огненными элементалями или с кем там, вчетвером попробуем. Апнуться, по крайней мере, до ее уровня, а потом, если что, ее с собой возьмем. Ребят, как вы считаете? Ну да, позовем Румаруку, он отыграет. Ну. Отыграет за Эрику. Не, ну что вы как бы, давайте, я предлагаю вчетвером побиться. Ром, как ты? Не, ну в принципе можно четвером, но если мы куда-нибудь залезем, нам будет туго. А мы если что ее позовем? Игорь, у тебя, я говорю, у тебя мобила есть? Это волшебное зеркало, да? Волшебное зеркало, да, я не знаю, яблочко на блюдечке. Ну, ну ладно, хорошо, говорю. Ну, говорю, ну понятно, давай, говорю, ты тогда здесь пока потуси, мы сейчас сходим туда, куда нам нужно сходить, и потом тебя заберем и пойдешь с нами воевать, договорились? Так, хорошо. Хорошо. Так, ну что, мы, получается, выходим в ограду. Нам бы в магазин. Да, вы к ограду. Что-нибудь купить. Нам, этот лучник вам дает задание. Ага. На 10-то вот этих. 10 тысяч. Тысяч. А. Но уменьшает их до 2. Это как так? За что это? За что это? Чубаки нету, все нормально. У нас меня убили, все. Да, минусов не должно быть. Мы испортили. Ну, пусть того. Просто подумал, что для вас это будет слишком это сильное. Если вы, возможно, и умрете. Ага. Но если бы вы взяли вот ту девушку, может быть бы и этот. Поэтому он другое вам задание дает. А, ну пускай другое задание дает, не проблема. Конечно, потом то на 10 тысяч возьмем. Я говорю, ну чё, ну ничего, давай, братюня, как бы попробуем во имя не знаю чего там. Вот там, во имя света мы поможем тебе. Ну и денежки тоже, не, как говорится, не помешают. Надо же на что-то кушать и за что-то дотачиваться. То есть такая тема. А мы это здоровье восстановили, нет? Да, восстановили, все. Этот, вверху, короче, карта открыта. Не, а нам хорошо. Надо что-нибудь купить в магазине. Две секунды, тогда. Давайте сейчас перед этим сделаем закуп и посчитаем, у кого сколько хп вообще в общем максимум диска. Посмотри, пожалуйста, а. Плюс 5 всем. Всего лишь 7? Плюс 5 плюс всего 5. Лишь? Да, плюс 5. А почему 7? Там же по-разному. Ну да, каждому по-разному. Это мы просто долго считать начнем. А, ну давай хорошо, плюс 5, 7, короче. По минимуму сделайте. Так, 32. Не, у меня-то минимум выше будет. Ну да, там. Да давайте нет. Потом посчитаем, если что. Да. Может, давай, военный совет такой маленький, а то такая давай. Мысль промелькнула. Давай. У нас всякие эльфийки и прочие заикались за то, что кто-то убил, собственно, как сказать, потомков великого элементаля огненного. Так вот, может, мы больше не будем соваться в огненный мир, а кто у нас там видел, кого они запомнили. Ой-ой-ой, это вот эти дети, оказывается, это эти, что ли, были? Дети? Вот, да. Мысль такая, да, что... Вопрос в другом. Каким образом мы их только убили, ты пошли сюда, здесь уже все знают. Время. Время в разных мирах игры по-другому действует. Поняли, что мы сделали? Вот тут уже башни стоят, Мурат, там прошло-то несколько этих минут. А Кандыч-то говорил, что это самое, что это недоогненные элементали. Угу. Так что все, мы завалили, мы во всем виноваты. Да ладно, берем задание и пошли дальше, ребят. Ну че, нам вообще. Ну, он говорит, нужно пройти через проход. Так. Вверху карта появилась. Угу. А там. Перенесешь наши токены туда, пожалуйста. Да. А потом какая-то вот башня есть заброшенная. Там вроде как нежить или что-то такое. Ну, в общем, по слухам непонятно. В общем, надо узнать. Вот так вот объясняет это. То есть, говорит, у нас чисто экспедиция не военная, а вот именно, как сказать, информационная больше, разведывательная, правильно? Да. Я говорю, ну все хорошо, говорю, ребята, че, и сколько ты нам даешь за эту тему? 2000. 2000, говорю, ну хорошо, давайте делаем так тогда. Сколько у тебя фласки стоят? Ну, типа, это как его, на лечение? Видимость или на лечение. По 50 золота. А может, подешевше сделаем? Мы ж вроде на тебя работаем, ты этим и торгуешь, ё-моё, чтоб нам как бы, а то денег нифига нету, сам понимаешь. Мы ж так бы этот... А как вам надо?
Сколько, ребята, возьмем? Ну, я предлагаю каждому по две, как минимум, ребят. А какие, подождите, смотря какие зелья? Это же, если мы на разу... А сколько они восстанавливают? 10, вроде. 10? Ну, это как? Ага. Сразу 10 или кидается кубик? Нет, сразу 10 развиваете и лечитесь. Да, ну просто хорошо. Тратите свое исцеление, вместо этого восстанавливаете 10, так написано. А, ну хорошо, да я предлагаю тогда, берем, давайте каждому по 2. Я говорю, командир, давай мы берем, вот нам нужно 8 этих, как его, бутыльков, да, вот этих фласок ему. Я предлагаю, вот ты по 50 их продаешь, а мы их купим, будем у тебя покупать, подожди, мы будем у тебя их покупать часто покупать. Твои, как его, эти, как будем, частые клиенты, будем покупать у тебя их по 10 золотых за фласку. И спроси у жреца. И будем рекламировать твои зелья. Да-да, вот спроси у жреца, он знает. Да, жрец? Женя, у тебя телек один есть? А он уже есть? На убеждение, да-да-да-да-да-да. Женя, у тебя есть телек за убеждение. Мы, кстати, нам надо было так зачароваться, ё-моё, если честно. На халяву. Мы что-то а не что у меня используют? Это, в смысле, амулет у меня какой-то, да? Да-да, у тебя амулет, у тебя дипломатический, у тебя всегда 19. А, ну, использую тогда, ладно. Ну, на него так, это правильные дроиды, продаваем одну фласку за 10 золота, уууу. Ладно, кидает на дипломатию. Вы победили. Он кидает на дипломатию. Это... Ой, как хорошо. А что у него плюс 7, не могу понять, дипломатия? Вполне. Ну, у тебя плюс 9. Ну, очень и очень хитрый, видимо. Ага, ну а все. 19 уровня так-то. Мы победили. Ага. Ну да, продает вам. Мы будем его регулярно их брать. По 10 золотых. А, и он наконец-то тут, стойте, уходит в это здание. Там набивает печать и бумаги. Так, на. Выходит с этим, ну, с пером и чернилами. Говорит, о, как вас называть, отряд ваш? Называй нас отряд восходящая, не знаю, сейчас как у нас было, заря там, алая заря какой-то. Звезда. Не, на самом деле звезда. Мы этот... звездуны. Звездуны, да, мы этот... Мы команда от слова наедалово, вот так вот. Объедалово. Наедалово, говорю. Мы команда наедалово, вот так вот, короче, объедалово называют. Такой пишет, объе, так зачеркивает. Не объе, наедалово мы. Мы наеданцы. Надое. Наедалово пиши, говорю. Мы команда наеданцы. Наеданцы, да. Наедалово мы. Ага. А. 4 наеданцы. Камарат у меня вот такой, как этот, ё-моё, я не знаю. Этом... Ну все, он написал. И ага. Отдает тебе печать там. Ага. Все хорошо, говорю, все, не вопрос. Я открываю там планшет свой, раз, чик положил, чик. Ну как планшет, сумочку, раз, чик положил, чик закрыл, как бы. У меня там все вакуумно, ни вода, ничего туда не попадает. Потому что это очень важная тема. Угу. Я говорю, ну что, ребята, запишите у каждого. Теперь мы потратили 80 голды, и у нас у каждого по 2 фласки. Это как его? Хватит по 2 фласки? Давайте не по 2, давайте по 4 возьмем фласки. Давайте там у нас 160 тратим. Потратили 160, и у каждого по 4 фласки восстановления. Готовы, ребят? Угу. Лучник, теперь ты не забивай кидать D10 после атаки. D10 еще кидать? Да. Ну, у тебя там артефакт такой. Вот ты перенес. Ну все, мы вышли такие прям. Дэн-дэн-дэн, и пошли на разведку, да, получается, или что? Угу. Так, и ну что мы видим перед собой, братень? Ну что, видите лес, поляну, деревья различные, так. Горы. А? Вот. И слышите бум, бум, такие шаги. Ой, такой вот этот там. Дядька. Опять великан, ну. Угу. Я говорю, стой, друг! Здравствуй! Он идет и не обращает внимания. И кричит: вы убить мой брат, я убить сейчас вас. А, вон оно что. Я говорю.
Я говорю, это Чубака убить твой брат, мы твой брат не убивать. Он все равно продолжает. Спасибо тебе, Денис. Не, ну а что, надо же, но все равно твоего героя как бы это пал смертью храбрых. Он продолжает идти. Ага, то есть как бы... Только вместо лука у него это... По клинка. Угу. Ну, клинок там, я не знаю, понятно. Ну все хорошо. Я говорю, ребята, к бою! Говорю, где наш пал? Почему он вас убил? Говорю, почему он в заднице наш пал, как обычно, ему? Давай, говорю, вперед беги, братюня, ты у нас самый крепкий, самый ловкий, давайте самый умелый. Давайте боевое построение, как обычно. У нас. Да, боевое построение, как мы обычно делаем. Это, давай, Женя, за нас. Там, не, лучнику смысла нет сейчас быть, как вот, быть сзади, потому что ты милишниками работаешь. Давай, Марат, а ты справа от меня, мы так обычно строились. Или новое что-нибудь придумаем, давай. Марат. Да я думаю, здесь вот будет нормально. Где? Ну, впереди всех. А я не вижу тебя впереди а всех. А ты, у тебя походу залагало, да, такое бывает, сейчас просто перезайди его, 20, ну, перезагрузи его. Что у тебя, Мара, случилось за эту тему, а? Да ролл 20 меня уже сегодня раздражает. Он кидает на инициативу. Ага, давай, ребята, кидаем на инициативу. Д20. У него 20-я. Ага. Так, у меня не перекинул, дальше. Кидай, Рома, кидай, Женя. Ой! Пипец. Как у Жей? Ой, как у Ром? Я кинул же уже, мне 7 выпал. А, так погоди, а я кидал? Да, да. Да, Женя. Точнее, Марат. А, воевода. Марат, кидай. Я у него инициатива жесткая. Плюс 10. Никто не опрокинул, он ходит первый. Все, погнали. Угу. Он подходит, четырехгранный кубик. 4. Так он нас всех убил. 4. Да мы паладин подходит вот сюда. Ага. И бьет Марат, пытается, по крайней мере. Давай там. Давай, Акантыч, заблажи. Вот Д20. Сейчас, подожди ты. Вот Д20. Так, это получается, он в соседней клетке со мной стоит или как? Да. Там этот, да. Он 3 на 3. Он 3 на 3? Хорошо, все понятно. Вот так, 4, у меня какой-то кубик куда-то завалился. И он промахивается. Тюм-тюм-тюм-тюм. По броне все. По броне все улетело. Так, ну что, поехали, паладин, лучник, я. Давайте, поехали. Давай, Марат, ходи, братюнь. Сейчас, секунду, у меня чарлист еще открывается. Да, ну давай тогда этот устрашающий удар или как. Давай, братюнь, вали его на. Ну? Бей. Марат. Че, не вылетел что? Я чуть ничего не вижу. Лагает. Вообще лагаешь. Ты то быстро, то наоборот, ты разговариваешь с закрытыми губами, я тебе говорю. У тебя навык вообще прокачанный. О, сейчас только что... Что поделать? О, ты... Да, 15. Промазал. Кстати, какой у него СП? 20-е. А, 20-е, все. Фу, ё-моё. Так, а почему ты два раза ударил, я не могу понять. Потому что я говорю, я нажал, он не вылетел. Я вас спросил, вылетел, нет, вы сказали нет. Я еще раз нажал, он не вылетел сразу. 15. Он первый раз 15. Mm-hmm. Не получилось. Давай, все, хорошо. Ходи теперь у нас этот лучник. Почему я же? Ром. Ты предпоследний, Жень. Так, кто там? Да, и давай, наноси ему урон. Вот, перед тем, как он его атакует, ну, заявляешь атаку, да. Он, короче, немедленным прерыванием наносит по тебе урон, прерывая твою атаку. Ну, 8. Ой-ой-ой, 19 что ли? Угу. Да. Это он сейчас по мне так прилетел? Да, по тебе. Нанес дамаг. Как его бить-то, если он это... Так он энкаунтер потратил для этого. А-а-а. 15 снес, но теперь может Рома бить, да, получается? Сейчас, подожди. И он получил +2 ко всем защитам до конца
следующего хода, при этом отодвинулся. Ага. Так. Сейчас я урон кину, 2D. Давай, давай, братюнь. Давай там, крит. 15 урона по тебе. Это 19 или 15, что-то не могу понять. 15. 19 на удар, 15 урон. Да, 15 урона. Так, а 19, он бьет против инициативы? Чего? Он бьет как? Против брони бьет. Так, а у броня, у этого? У меня 17. Маленькая. А, да-да, 17. Ну все, получается, пиндюрил 15. Он... У него одного. Вот сюда отодвинулся. Ага. И получил плюс 2 ко всем защитам. До конца своего следующего хода. Красиво. Подождите, ребята. У меня у одного, у Аканыча веб исчезло. Походу, у одного, исчезло. У меня потому что все нормально. Да, у Марата исчезло. У меня все исчезли. Вот, у меня Марат исчезло. У меня только Марат исчезло. Марат, давай ты делай, там что-то пипец, как-то неправильно все. Это все Roll20 виноват, он обиделся на то, что вы меня убили. Да, да, обиделся. Он давай, обиделся, вот ты не ушел из пати, вот он и обижается. А, давай этот, как его, Жень. Так, а у меня уже все откатились, да, все? Да, все откатились, да. Удары. А дневная тоже откатилась? Да, все откатилось, да. Все. Уже отдохнули. Так. Да. Не, ну дневную пока не буду использовать. Так. Так. Исцеляющий это пока еще никто у нас не покоцан. Как не покоцан? У нас этот, как его? Да. Лучник просил на 15 хп. А, так, хорошо. Тогда... Хорошо, у меня два удара, ёма, которыми я пользуюсь, а быстренько бам-бам-бам-бам-бам и все. Так, давай, а исцеляющий удар, это я, вот, который откатывается 5 минут, я ей полечу лучника? Лучше да. Не сейчас. Потому что у него до конца хода плюс 2 к защите. То есть мало ко всем. Лучше на следующий, да, ударить. У меня 22-я броня хода, сейчас. Ему через ход нужно ударить. Так. Да-да. Так. Слово лечить. Не, ну просто священное пламя. Если попаду, то по нему хотя бы нанесу что-нибудь. Да, и подымешь лучника. И кого-нибудь полечу. Ну, собственно, лучника полечу. Ну, давай, священное бей. Пламя пошло. 15-й рефлекс у него. А, 14. Не попал. Чего вообще пипец? Артур, посмотри. За Дениса плюса нет? То что. Не-не-не-не, тогда магу у меня просто только плюсы идут. Но я, получается, со своей стороны смотрю, что это полный аминь. Но война идет очень криво и неправильно. Я понимаю, что смысла туда рваться в бой нету, но надо прикрыть жреца. Я делаю что? Так, у тебя сколько у нашего лучника сейчас хп? Ну, у меня сейчас 17. Как 17? Его. Зачем, у меня 32 всего было с повышением. Вот. 15 мне побили. А, и плюс. Ну я тогда хорошо. Я тогда со своей стороны тебя хилю. Подмаю тебя. Минуточкой вот этой, как его, кидаю сейчас кубик 1d6, плюс, вот так, четверть твоей хп, сколько? 8. d6, так, 1d6 плюс 8, плюс 8, постоять, сейчас 2 секунды, ребятки, я извиняюсь, так, да, 1d6 плюс 8, говорю, братка, не умирай, не знаю, полечись. Пень к на. 2. На 10 я тебя исцеляю. Во-первых. Так, я себе минусую одну. Как бы. Ты со своей стороны, во-первых, исцелился. Плюс 10 тебе еще. И во-вторых, я понимаю, что надо этого, как нашего этого, спасать. Не спасать, а прикрыть. Я вот так вот, вот сюда хожу. Вот так вот, вот сюда. Наверное, вот так вот, да, хожу. Закрываю нашего хила. И говорю, лучник, бей. Так. Плюс 7 на выстрел один. Я плюс 7, да. Но я тогда обычный D20 кину и просто 7 прибавлю. Угу. Да, кидай. 9. Вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Вот тебе. О! Вот этим попал! Вот это попал. Да, давай, теперь дамаг кидай. Твой дамаг кидай. У меня лук. А, какой, когда. Когда ты, понимал, промазываешь первой атакой, да?
Неограниченные. Он, короче... А, не. Когда ты попадаешь по нему, да, вот этой атакой, он говорит, что бей Дениса. Спасибо бей большое. Дениса. Да. Типа, я сейчас должен ударить Дениса, что ли? И че, да. Кидай дамаг. Второй атакой. Дамаг кидай. А, так он в тебя не попал. Не, зачем? Денис. В смысле, не попал. У тебя 22 броня. А, попал. Попал, попал, попал. Ага. Так. А на лук у меня... Лук у меня... Да как просадит меня, это жесть просто. Денис, у тебя тоже такой же делик есть на броне. А я могу перенаправить на него? Ну да. А мута, на этого мутанта. Кидай uh-huh. дамаг, кидай дамаг. А я уже кинул 10. Ты... Вот, 10. А ты как? А, 1 до 10 получается плюс 4, правильно? Мои 4, у тебя 14. Ну все, я перенаправляю на этого типа, на этого, как его, на великана. Говорю, фигушки тебе, напей его, напей его. И так, знаете, стрела получается, ребятка, знаешь, как полетел, он так... Вот так вот, короче, Дениса, стрел... да, такой круг сделал, то есть потом... вот так вот стрела такая, бич, вот так вот полетела, короче, мы ее этот, как его... Как... Сел и зафиксовал. Ну а чё, ну бывает. Ладно, короче, все, он ему... Это чё ему? 14 прилетело. Ага. Почему 1d10 у тебя... Так, а почему у тебя модификаторов нет? Потому что у меня лук почему-то этот слетел. Пози. Не знаю почему. Не, ну 1d10 плюс сколько у тебя? Аканыч, плюс 8, по-моему, да, у меня на лук было? Сколько? Нет, меньше. Меньше? Ну, плюс 7 давай. Плюс 7. Ну, получается, 4 плюс 7, это 11. И 11 плюс 4 за Дениса, это получается 15. Жбенькна! Угу. Давайте дальше, поехали. Теперь великан ходит. Он думает опять. Подожди, а великан же отошел. Сейчас он снова ходит. Я последний он всегда хожу. Второго. Раз, два. Бьет, подходит Дениса. Я опять, что ли? Угу. Точнее, он даже подходит вот так и ага. бьет паладина и Дениса. Ах, тратит, вон оно. Тратит делик. Да, я у него делик. Смотрим. Подожди, а что, он до меня дотягивается? Угу. Он, видишь, у него 3 на 3 был, я так понял его. Да. Или 2 на 2, какая там у него. 2 на 2 вроде бы у него. Удар двойных. Неограниченный. Двойня. Так, шляпыта. У меня ну, что, да, камера опять попала, да? Да. Ну, да, Марат, у тебя так... Записи. Чё-то ты пипец вообще, жесть. Я говорю, попробуй без камеры, может лучше будет. Так, он бросает два кубика, выбирает наилучший результат для каждого из вас. Давай. Вот из этого. О? Давай антикрит. Так, по Марату... Ну? Нифига, по Денису. Дениса пробивает. Так. А, он выбирает первое значение против вас обоих. У меня так и написано, выбирать наилучший против обоих. Угу. Не, обоих пробивает, что ли? Да. Угу. Жесть. Ну, получается, 18 плюс 9 он пробивает на 6 СП. 27, да. Кидает на дамаг. Так, 14 урона каждому. Бяу-бяу, 14 урона, ну все, не вопрос, договорились, чё, он, первый раз, что ли? Он тратит экшен поинт. Опять что, а сколько у него их? Так он один только экшен поинт, он еще не тратил даже. Так, и бьет лучника. Да как так-то, бедный лучник-то? А, не, а как он достает? Да, он не может достать, поэтому лучник, он бьет, да, бьет паладина двумя атаками. Паладина пускай бьет. Крепкий паладин, он крепче, чем я. Так, и ни одной так и не попал. Ни одной так и не попал. Бам-бам! Вообще нормально. Чун-чун, по броне все ушло ему. Теперь мы ходим, правильно? Да. Так, получается у меня 13 минут 14, так ты, так 32 разделить на 4, так 30. 32 разделить на 4, ребята, сколько получится? Посмотрите. 32 на 4, 8.
Так, что, получается, мы ходим, давай, а Палыч, Марат, ты ходи. Ну что тогда, этот оглушающий удар, как там он первый идет с дебафом? Бафом, он всегда, он идет, он у тебя постоянно же идет, его бьешь. Ты, Марат, вы что, ты какие-то кислые все, ну-ка взбодрились, ё-мо, я наоборот, у меня... Да чё, меня убили, Марата лагает. Так, 17, да, ой, я вот... с этим разберусь. Давай, хорошо, 25, давай, дам... Попал, да? Да, дамаш его своей билкой, братень. Так, у меня плюс 6 за этот, плюс от Дениса 4, итого... Плюс 10 идёт, да? Да, плюс 10. Да-да-да. Давай, братюнь, на. Жпеньк на. У-ху! На 18. И минус 2 к его броскам на этот урон. Угу. Если не тебя, минус 4. Не на урон, а на попадание или как? Ну, на попадание, да. Попадание. И минус 4, если не его атакует. Ух ты, вообще как классно. А ты убегай теперь, Марат. Зачем? Не, ну вообще как бы. Так, поехали, лучник. Так, получается, я похожу вот так, вот так. Акандыш, слушай, вот он меня вот здесь вот же не достанет, если я здесь пойду? Угу. Достанет. Достанет? Достанет. Вот они, его четыре клетки, вот они. Вот они. Блин. Так, а ты ходи вот так вот, вот так вот. Раз, два, три. Так, три, четыре. Раз, два, три. Пять, чё? Раз, два, три. Он диагональ считает. Ну вы и поняли, чей это брат, да? Да-да-да, того, с луком. Самоубийцы. Который... Да, самоубийцы, брат, да. Ну чё, бей его давай. Так, ну я тогда подхожу сначала вот сюда. Куда? Ну, вот сюда. Ага. Вот. Так у меня ещё плюс 2 на попадание, по-моему, должно быть. Угу. А почему? Ну и бью. Чё его? Ё-моё, вообще, вот, вот это, так вот, вот надо это, всегда вот кидать, ё-моё, пипец. Вторая. Так, и вторая. И вторая такая же. А вторая критический провал, а первая критический успех. Да. Жесть, просто жесть. Давай, короче, хотя бы первую нанеси нормальный урон. А когда ты по нему первый критом попадаешь, да? Не, там кидать не надо, там максимальный урон идет. Да. Да? А, просто он такое? Отшивчивается сюда и бьет тебя. Бьет кого? А, он бьет лучника. Да как его убивать тогда, ё-моё? Мисс, так я ему урон-то нанес, нет? Да, ты когда его атакуешь, вот он, ты наносишь там ему... Ой-ё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 
Давай, братюн. 2 до 6 кинь. 2 до 6? Да. Простых или спрошу? Зачем 2 до 6? Ты же сказал, что максимальный там. Максимальный. Так этот, это идет дополнительно за счет каждого из клинков плюс 2 к магическому. Да, плюс еще тому, что он там у него какой-то, он поглотил этого, как его. Да, теперь D10 еще кинь. Ой, ой, критический провал. Так, да. Так, и еще D10, 7. Ну тут, ну-ка, сколько ты нанес ему? Не, не D10 это ты выбрал его цели, у тебя... Не D10, D8 кинь, это твоя Хантер Клари, во-первых. Вот. Потом D20 кинь. Это вот это твоя способность у твоего лука. 16. И ты его еще 2D... Сколько там у них? 2D6, это 2D8 еще кинь. А, 2D8? Да, либо он вас бы сейчас атаковал. Если давай. Меньше 10. Два крита. О, ой, два крита. Короче, ты его там разрываешь просто. Одним, и падаешь тут же. Да, и в землю, и отрубаешь. Сколько дамага внес, мне просто интересно. До 70 там. Я даже считать не буду. Там 100 урона уже на нем. Ё-моё, нифига себе. Он жив вообще? Нет, просто. Он умер, пытается тебе урон нанести, но не что-то. Но понимает, что он умер, ну. Да. Но понимает, что он умер. Нифига крест какой на нем большой. Это вообще. А я думаю, да, жалко Багбира, так бы бубенчиками помахал в разные стороны, как обычно, ничего бы не сделал. Вот так вот лучник одной атакой просто там.
Просто пипец всем. Артуха, ты себе нового будешь создавать или жаба играть дальше? Да нового сделаю, мага. Так, а как же Багбир? А чё Багбир? Там кровью истекает Багбир. Все равно его не любит. Его никто не любит? Все равно мой перс вам не понравился. Почему? У тебя у него характер был дрянной, у Багбира, я тебе говорю. А что вы потом, хотите, ё-моё, на драконе потом языке такой разговаривал. Лучник вдруг вспоминает, а у меня же был антикрит бога там, черты. Ну ладно. Да а чё, ладно как бы. Все, получается, мы его убиваем. Да. Ну чё, и 5 минут тусим. Так, чё у нас получается по жизням у нас у лучника? Лучника подхилить-то надо, нет? Да, вот мне бы подхилить. Ну, сколько тебе надо? Сколько тебе надо добить? На пятерочку прям. Ну давай, либо ты делик потратишь свой, но все равно мы их восстановим, как бы. Мы отдохнем уже сейчас, ну. Конечно, все равно отдыхаем. Да, давай, короче, можешь себе до талого, до пятерку, да, в любом случае. Я хилю до 6 плюс 8 твой тебя. То есть, как бы, это вообще в любом. Мне, да. Ну я пишу себе тогда, все, обратно 32. Все, мы отдыхаем 5 минут. Ну да. Как ну там шли? Еще, видишь, мне надо добить, да. 14 хп. А, так это не проблема. У нас, а, и у нас 5-минутки-то есть, мы тебя сейчас добьем. Да. Ну вы тратите там, вы читаете у себя хилин вот эти. Да, хилин. А, лучник, у тебя этих как его хилинов вот этих, так, 6, тебе, у тебя их осталось 4. А у Палыча, у тебя сколько, 14 надо хилить? Да. Давай я кину, или нет, Женя, у тебя рука легкая, кинь ты. 1d6 плюс у тебя... твой хп подели на 4. 6. В общем, вы тратите хилин сюржа. А, подожди, нет. А, у Марата 10 осталось. У лучника. Людвиг фон Браун. А сколько мы? У лучника 4. 4 я записал. Да, у лучника 4 осталось, да. Я смотрю как бы за эту тему. Так, это Акантыч. Подожди, у меня 10 осталось. А сколько полечился-то? У тебя... Все, ты вылечился? Да. 57 минут снимаем. 57 минут? Че, ребята, мы еще серийку сделаем? Я как бы хочу повоевать, то что-то так не повоевали. Багбира одного убили. Жень, ты как? А сколько у нас серий было, получается? Две. Две. Давай еще одну. Две. А мне что прикажешь делать в следующей серии? И с нами, слушай. За девушку ты игрой. За девушку. Нет, да кого он 6 уровень, нефиг ему. Пускай своего собирает. С первого уровня с нами ходит ему. Нам надо просто нам надо, чтобы качнуться до 4-го. Там 4-й уровень будет тот, кто к вам придет. А, там автоматом происходит. А, то есть нам надо еще один бой. Ну что, Жень, давай? Угу. Давай. Итак, много, уважаемые зрители, Синатину Тимы. Спасибо, что посмотрели. Пока, ребят. Всем удачи, всем пока. Да, всем пока. Всем пока. Всем удачи. Марат. Всем пока.